С 10 июня в образовательных учреждениях нашего района начали функционировать детские оздоровительные площадки. Здесь дети обеспечены здоровым питанием и увлечены различными мероприятиями. Пришкольный лагерь – одна из наиболее востребованных форм летнего отдыха детей школьного возраста. Детская оздоровительная площадка «Лесная сказка» на базе зеленей школы номер 2 аула Кашихабль ежегодно набирает детей с дневным пребыванием. Возглавляет его Зурет Гошева. Цель работы – отдых и оздоровление детей. У нас в лагере 70 детей из СОШ номер 1 и СОШ номер 2. Утверждено меню в столовой. Работают опытные повара. Штат составляет из 19 человек из числа работников школы. Работа осуществляется в соответствии с планом мероприятия. Он согласован и утвержден. Программа дневного пребывания учащихся в лагере насыщена разными спортивными, познавательными, развивающими мероприятиями и играми, которые способствуют активному отдыху, а главное – формируют творческие способности детей. Ежедневные спортивные игры, мероприятия, конкурсы в свежем воздухе имеют важное значение для укрепления здоровья детей. Детям у нас очень нравится, родители довольные. Мы принимаем участие в акциях, отмечаем праздники, например, День России, день рождения Александра Сергеевича Пушкина. У нас очень интересно, дети довольные и родители тоже довольные.